Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Приспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Очень красивый голос, да, красивое исполнение, ребятки, музыка такая красивая, да, классно. И клип интересный, вот интересно, что дальше будет, да? Да, написано, что девочка, это кусочки, кусочки из жизни, а, да. Ага. Посмотрим, ребятки, да, интересно посмотреть, ну, что в жизни там, да, из жизни кусочки. Очень красивая девочка, да? Трек о любви, ребятки. Ребятки, очень красиво, да, поет. Голос очень классный. Красиво. Голос очень супер. Мелодия красивая трека. Красивая манера исполнения. Голос крутой. Голос красивый, ребятки. Ребят, мы не одобряем сигареты. Не одобряем. Особенно девочка не должна курить. Очень красивый мальчик. Но сигарету тоже не одобряем. Красивый. Ребят, клип сами сделали, молодцы, молодцы, классно. Молодцы. Цвета красивые. Да, и цвета красивые. Яркий и люди клип. Люди красивые такие. Да. Ну, друзей своих. Да, друзей да. Своих. Мне очень нравится. Мне нравится. Исполнение хорошее, нравится, красиво, да, все. Ну, талантливо. То, что видео сами тоже сделали круто очень. Да, что да, еще молодцы, и монтажом сами молодцы, занимаются. Молодцы, это большая работа. Угу. Вот такой симпатичный, да, да, скажи. Это исполнитель. Такой красавчик. Напоследок хотелось тебе сказать, пожалуйста, будь самим собой и делай только то, что ты захочешь, то, что тебе говорит сердце. Mm-hmm. Несмотря на других долбоебов, учись на своих ошибках, mm-hmm. ты будешь счастлив. А этой песней я хотел сказать, что я делаю то, что хочу, я поистине становлюсь счастливым. И вам советую. Я сказал здесь все, что думал. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Скоро мы еще взорвем. Всем пока. До встречи. Молодец. Очень красивый мальчик, да? И правильные слова, да, сказал. Да, правильные слова сказал. Молодец, да? Клип мне очень понравился, нарезки очень красивые. Друзья показывают свою девушку любимую. Ну, конечно, мы сигареты не хотим, чтобы курили, да, дети?
Мне понравилось. И исполнение красивое, да? Все красиво. Я с удовольствием слушала. Вот с удовольствием. Мне понравились его слова. Очень умный мальчик. Очень умный. Спасибо за хорошие слова. Молодец. Голос у тебя очень красивый. Музыка красивая. Все было классно. Умница. Продолжай дальше. У тебя классно получается. Но мы осуждаем курение и советуем тоже не заниматься курением. Да. Потому что возраст молодой, лучше это бросить. Лучше здоровый образ жизни, не нужно. Пока, мои хорошенькие.